Здравствуйте, дорогие друзья! Слава Богу за время, когда мы можем еще молиться и благословлять эту землю. И делать это осознанно, невзирая на то, что слышат наши уши и видят глаза, потому что ситуации и факты могут быть разными, но Бог на троне, и Он царствует. И когда Он что-то сказал, то Он не может отречься от этих слов. И когда мы берем в основание молитвы Его Слово, то Он на это точно обращает внимание и в этом двигается. И сегодня у нас 16 стих 48 главы. «Приступите ко мне». Что мы и делаем. «Слушайте это. Я и сначала говорил не тайно. С того времени, как это происходит, я был там. И ныне послал меня Господь Бог и Дух Его». Господь мечтает о каждом народе, о каждой нации, о каждом стране и дает ему, этому народу, не только быть, но входить в призвание. И для этого мы сейчас и молимся, чтобы призвание в этой стране, которое Бог предназначил на эту огромную страну, оно большое, и пусть это призвание состоится на 100%. Небесный Отец, только Ты один знаешь, о чем Ты мечтал, когда Ты дал этой стране быть, когда Ты ее формировал, когда прикладывал земли, когда давал царям доставать ресурсы и правильно ими распоряжаться, кто как, на каком уровне. Но был период, когда страна эта процветала. Сегодня так много нищих в ней. Сегодня так много обездоленных людей в этой стране. Сегодня так много наполненных горечью и болью и отчаянием. Сколько людей покинуло эту землю. Но Ты сказал, приступите ко мне. И мы сейчас приступаем в Твое присутствие и говорим, Боже, эта страна нуждается в Твоем выходе. Нуждается в выходе на сцену призвания вместе с Тобой в нужное время. Я верю, что сейчас это время, когда Ты даешь рождаться новому, а значит и проявиться этому новому. Даже если оно еще малое, но пусть это малое станет семенем для всей земли. Благодарю Тебя, Господь, за Твою помощь и покров и защиту. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Всего доброго. Продолжаем молиться. До завтра.